Человеческий череп прямо на железнодорожных рельсах станции Обгонная заметили случайные прохожие рано утром. Очевидцы сообщили о находке в полицию. Через несколько часов в заброшенном доме в 200 метрах от станции были найдены остальные останки и истлевшая одежда. Кости были обглоданы бродячими животными. По предварительным данным, смерть мужчины наступила зимой, после чего его обнаружили бродячие собаки. В настоящее время останки направлены на экспертизу, и по ее результатам будет ясно, была ли смерть насильственная. В настоящий момент костные останки отправлены на экспертизу, которая позволит установить причину смерти мужчины. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.